перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ваня, привет! Как я по тебе соскучилась! А, нет! Привет! Ты мой новый фреш-бладовец! Пока! На индустрии будет след, это след гиганта. Все больше молодых убийц в игре, эй, карамба! Мы слышим тебя, ты с такими, где мои мечты не смогут влезть. Даже тысячу сумма калве! Сумма калве! Никто нейтрализует даже... Нельзя снимать. А ты кто вообще? Эйля. Ты кто? Эйля. Чипсов не хватает, чтобы сидеть вот так вот на расслабоне. ББ. Что тут делаешь? Я расплачиваюсь. Микси-микс только что приседал. Я говорю, почему у тебя? Привет! Прямой эфир. Пацаны! А что тут? Суэр показал. Вот какое у меня предсказание. Я считаю, что все, кто в прошлый раз сделали пул Сивы, сегодня сделают очень круто, причем за обеих команд. Если этого не произойдет, я очень удивлюсь. Потому что поражение — это то, что больше всего здесь стимулирует. После выигранного бабла, как бы, ну, ты спортом занимаешься, наверняка такая же хуйня, да, с бойцовским этим. Типа, когда ты выиграл, ну, чему ты можешь научиться? Когда ты проиграл, знаешь, что в следующий раз. Что же делать иначе? Ёпта! Ну, бля, нихуя себе. Бля, бедную собаку испугали. Охуела, блядь. Иди ко мне, не бойся. Нахуй вас стреляют, блядь, здесь. Луи, сейчас твою собаку тут это как его. Чё не случится? Процентов 60, наверное, 70 батлов действительно прикольные, которые сегодня снимали. Йоу, народ, решил поделиться с вами новостью. Я сегодня отстоял впервые в судьях на версе в 6 батлах 4-го фрешблада. И хочу сказать, что это полный пиздец. Чуваки разъебывают, качаются от разу к разу. Ждите видосы, это просто охуенно.